Ксюша взяла даже настольные игры. Я должна буду нарисовать камень в бикини. Она жулик. Ты слышала, там рычал кто-то? Всем привет! И вы снова на нашем канале. Я Маргарита. Я Ксюша, и это Бонни. Вы очень просили, чтобы мы были 24 часа на батуте. И сегодня мы это сделаем. Ну что, поехали? Так, мы уже подготовили одеяло и пледы. Боньку. Будем делать домик. Еще прищепки. Ну что, пойдемте на батут. А я Боньку несу. This is my queen. Здесь солнышко целый день, и поэтому мы все закроем. Чтобы нам не было жалко. Вот здесь, знаешь, что я хочу сделать? Ой, зайка. Бонни! Это что ты ищешь? Она ищет. Ах ты, шайки! Она улетела, ты видела? Сейчас нам должна помочь мама, потому что мы не достанем. I'm big, I'm tall. Окей. Теперь нам нужно сделать как-то крышу, чтобы нам не пекло солнце. А то видите, как тут солнце падает. Вау. И солнышко тут целый день. С утра до вечера. Ну, хоть немножечко там, где мы будем сидеть. Да. И кушать. Или что-либо делать. А вечером мы принесем сюда наше одеяло. Нет, сейчас. Сейчас? Да. Все, вот так вот потянется? Да. Я сейчас посмотрю, где что там. Есть прищепки? Еще одну прищепку, Сеня. Еще только 4 прищепок осталось. Наверное, тут еще одеяло. Нет? Нормально, по-моему. Мне кажется, что нормально. Так, все, ребята, мы думаем, так пойдет. Вот такая вот крыша. Теперь нам нужно закрыть подушками или чем-то вот эту вот нижнюю часть. А подушек у нас много. Идемте. Все, ты подушечки принес. Еще неси. Это мой пуфик, мам. Пуфик? Я взяла единорога. А я еще принесу. Где твой пингвин? А. Я сейчас принесу еще. Я еще взяла монстрика и зайчика. У меня там тоже еще зайчик есть. Ну что, будем обустраивать наш новый домик. Сейчас нужно что-нибудь постелить на пол. Потом будем раскладывать подушечки. Сейчас закрыли. Эту часть мы и застелили. Что мы сейчас больше не можем прыгать на батуте, а то мы все поломаем. Осталось еще принести наши подушки и одеяло. Гаджеты. Еще наши телефоны, компьютер, потому что нам еще нужно сделать наши уроки. Итак, это моя подушка и одеяло. А теперь Ксюша еще пойдет. Я пойду еще за гаджетами. Я тоже пойду за гаджетами.
Я пришла со своим рюкзаком. Слушай, тут у меня все мое важное. Так, достаем мои домашние задания. Компьютер. Ой, я забыла мою книжку, чтобы рисовать. Ну ладно, потом принесем. Мама принесет. Все. Я сейчас буду делать уроки. Я тоже со своими всеми вещами. Давайте закроем. Ксюша взяла даже настольные игры. Это крутая игра. Это крутая игра. Я мою подушку. Мне тоже нужно делать уроки. Я взяла книжку, чтобы читать. Ой, я мою забыла. Это карандаши и фломастеры. Наклейки, еще что-то. Не знаю, что. Я просто что-то взяла. Потом еще маски. Не знаю, почему тоже не было. Это мой пенал. Это, смотрите, это тонкий карандашок. Это, блин, пенал Ксюша сама сделала. Надо красивый. Веревка. Ой. И тут еще две тетради, чтобы рисовать. Так, я сейчас буду делать математику. Так, вот у меня математика. Это все повторение. А почему я забываю? Я с собой немецкий взяла. Я решила две странички. А я буду делать тайфайт. Мне нужно делать немецкий. Включайся. Я слышу тут и там, школа — это знание. А для меня тюрьма и одно страдание. А я хочу гулять, уроки надоели. С подружками играть, и даже на неделе. Карина принесла нам покушать. Спасибо. Это я уже проголодалась. Мне уже хочется кушать. Мы уже сделали уроки, сейчас мы отдыхаем. Мы уже все убрали. И сейчас, наверное, будем снимать видео в лайки. Мы уже что-то кушать хотим. Сейчас мама принесет покушать. Да. Я кушать хочу. Я. Они вы спрашивали, как меня зовут. Я кушать хочу, мама. Мама уже должна скоро принести нам еду. Да. А я буду сидеть там. Там на лавочке? Да. Хорошо, Макс и Карнина будут кушать на лавке. Там столик. А на столике... я думала, ты спишь. Нет, я хочу спать. Она хочет спать. А я тут сижу в телефончике. Я тоже. Hello, dear. Нет, я иду. Мама! Бонни. Спасибо, мама. Я сейчас буду рисовать. А я тоже. Смотри, Вискова. Ура, Вискова. Мистер Кринч. Вот. Вот еще. Вот. Это как старые рисунки. Да, это не мои. Это новые. Вот еще. И это. Странный глаз. И это. И вот это. Хэппи классный. Сейчас мы будем крутить
такую рулетку. Тут есть разные варианты, кого и как рисовать. Например, я выбираю Маргарита. Почему не нажимается постоянно? Не всегда. Так. Маргарита будет рисовать камень. Wearing a bikini. Я должна буду нарисовать камень в бикини. Давай. Теперь ты для меня. Так, теперь Ксюша. A librarian. Книжку. As a tourist. То есть я должна нарисовать книжку, которая как будто турист. Ну что, мы начинаем. Давайте. Кто? А давай мы потом выставим в Инстаграм, и подписчики выберут, какой лучше. Я рисую камень. Камень в бикини. Так. Ну не получается. Очень толстая. По-моему, он больше похож на картошку. Так, ну что, ребят, мы уже закончили. И вот мой рисунок. Камень в купальнике. У меня получилась такая книжка «Турист». Ну а сейчас мы будем смотреть фильм. На туле прождёт. Ром. Ну, это bueno. Lo será. Lo será. Не симпатично. Ребята, у нас уже ужин. Сегодня мы будем кушать рыбку, картошку и брокколи. Кстати, солнышко уже садится. Угу. Уже немножко прохладно. Я одела курточку. А мне не холодно. Ну что, ребят, мы уже поужинали. И теперь будем играть в игру. Лабиринт. Нужно разложить вот эти вот карточки. Наугад, как хотим. И одно мы будем двигать. Только тут можно их двигать, а тут нет, смотрите. Не получается. А тут да. Каждая из нас должна вытянуть по 5 карточек и потом прокладывать путь этим фигуркам. Я буду зеленой, как всегда. А я буду красной. Сейчас. Двигайся. Все. Мышка. Я дошла до этой картинки. Видите? Потом тут второй, тут третий, тут четвертый, тут пятый. Я собрала все. Так нечестно. Она жулик. Ребята, у нас уже стемнело. Мы уже укрылись и переоделись, потому что очень холодно. Ксюшка, давай, если ты укрылась. Как холодно. Я не знаю, как мы здесь будем спать, потому что очень холодно. Ну хорошо, что комариков нет. Чего ты не спишь? Да. У нас уже 10:30. Ксюш, ты будешь спать здесь или ты уйдешь? Ну под одеялком не очень холодно. Да. А может быть попрыгать и согреться? Не надо, не надо. Не надо. Давай я сама. Да, а потом я сама. Айс, цай, цай, я. Айс, гиви. Ком, бэтфлип. Мама. Махай бэтфлип. Mm.
Где моя шапка? Подожди. Tick-tock. Fine, fine, fine. Okay. Nein, nein. Eins, zwei, drei. Nein, nein, nein. Noch einmal. Eins, zwei, drei. Ладно, ребят, мы сейчас будем собираться спать, а то нас потом будут ругать. Спасибо, ребятки, что вы посмотрели это видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, всем пока, мы будем спать. И будем делать лайки. Фотки в Snapchat. Ай! Ай, да, 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 да